Господа! Братцы! Ау! Камхе! Мы вас ждем! Приходите к нам! Right now! Our best books about Beatles. Вот, братцы, мы делаем для вас шоу. Величайшее шоу на Земле, которое называется Beatles Books Forever. Конечно, музыка всегда была у нас номером один. Но книги о Битлз у нас всегда были номером два. И вот вы сейчас увидите топ-9 книг о Битлз. 9 книг. Мы напоминаем вам, что 9 книг – это 9 октября. Это магическая цифра Джона, нашего дэдди-гуру и пришельца, которого мы иногда называем Новый Мэн. Ну вот, тем не менее, мы начинаем с первой книги великой книжной эпопеи, которая продолжается до сих пор, безусловно. Первая книга вышла о Битлз в 64-м году в Лондоне. И вот ее-то я вам показываю. Это очень симпатичная книга. Она называется «True Story of the Beatles». И автор ее Билли Шепард, «True Story». И вот сзади на обложке Битлы катят каток. Каток своей жизни, который прокатился по всему миру. Это книга о том, как это все начиналось, продолжалось, как Битлы устраивали свои первые концерты в Ливерпуле. И, конечно, как они встретились. Даже, смотрите, первая глава начинается «Четыре ребенка войны». Четыре мальчика, которые начали во время войны свою жизнь, свою музыку и свою группу. Потом я вам хочу показать очень симпатичную книгу, журналистскую, я бы сказал, но она сделана для фанов. Это книга Хантера Дэвиса «The Beatles», как бы собственная биография Битлов. То есть он снял весь текст почти этой книги с их уст. Они сами поведали ему свою жизнь. Вот этим книга хороша. Есть очень много конкретных фраз Битлов. И от нее в восторге английско-американская пресса. Она вышла в 68-м году. Это первая книга вышла в 64-м. А эта книга 68-го года. И мы, мальчишки, уже здесь, на черном рынке Петербурга, уже знали ее в 68-м году. И мы ее доставали, мы ее почитывали, мы ее переводили потихонечку. Вот она такая вот, без суперобложки. Вот здесь даже автограф и Битлз на ощупь, видите, тиснение сделано. Джон, Пол, Джордж и Ринго. Рекомендую, ребята, как всегда, совок везде приложил свою черную руку. Ну, в 90-м году, слава богу, она вышла. Эту книгу можно читать. И, может быть, кто-нибудь даже выдержит и дочитает ее до конца. Я, например, не мог, потому что, в принципе, много тут такой, как бы, чешуи, скажем так, вот, которая на ухо не ложится. Вот так, ребята, эту книгу надо поставить на полку дома. И вот мы продолжаем нашу эпопею. Берем в руки книгу номер 3, которая называется «Turn In», «Настраивайся». Все эти годы Битлов, все эти годы с самого начала. Льюисон написал эту книгу, хороший журналист лондонский, большой фан Битлз.
профессионал. Он сделал хорошую книгу. Вот здесь он раскрывает все. До не то, что до мелочей, а до странных, ненужных мелочей. Открывает всю жизнь молодых Битлов. Эту книгу стоит иметь и, конечно, читать. Конечно, читать. Она как бы подтверждает успех Битлов, их взлет в Ливерпуле, когда они стали номер один в своем городе. Вот об этом эта книга. И это очень ценно, потому что это начало-начал. Это надо знать. И это надо постигнуть. Это не просто надо знать, а это надо услышать, почувствовать. Вот так, ребятки, рекомендую. «Тон Ин» – хорошая книга про Битлов. Она вышла уже в 21 веке, правда. Это книги, в том числе «Хантер Дэвис», это натуральные книги 64-го года. Это Лондон и язык Лондона, язык Англии, каким он был в то время. А это уже идет развитие, как бы представление хода событий, развитие языка, развитие музыки, развитие всего. Опять Льюинсон. Он пишет книгу о всех деяниях Битлов. Все, что Битлы совершили, здесь в этой книге есть. Любой концерт, любая песня, которую они записали в студии. Ее надо иметь всем тем, кто хочет понять, что же произошло, как они смогли, откуда у них взялось столько безумной, кайфовой энергии, чтобы совершить этот переворот в мире, который называется «Революция музыки и духа 20 века». Вот так, ребята. Все, день за днем. Начиная с 57-го года и кончая 70-м. Вот Поль Маккартни в Лондоне в 70-м году. Последнее фото. Вот здесь каталоги, все. Каталоги их песен, пластинок, их концертов. Это бесконечная эпопея жизни. Это праздник жизни. Вот что совершил Льюинсон. Молодец, детка, молодец. Двигаемся дальше, ребята. Вот еще одна книга о Ливерпуле. Это специальная книга ливерпульского человека, фана Битлз, молодого парня, который родился после Битлз, который до сих пор еще как бы не вылез из коротких штанишек. Ну, на самом деле ему за 20 лет. На самом деле он хороший человек, он жил в том же районе, что и Ринго, рядом с Медрин-стрит. И вот он написал книгу «Лиди Пул». На обложке Битлз совершают визит, триумфальный визит в Ливерпуль, мэр Ливерпуля и Битлы, которые покорили мир, которые только что приехали из Австралии, которые собираются после этой книги, после этой фотографии они поедут уже на гастроли в Америку. Вот эта книга так и называется. Истории Битлз и гид по ним. Этот автор, этот парень, да, хороший человек, Дэвид Бэдфорд, он выступает как гид по местам Битлз Ливерпуля. Это надо иметь. Это страшный интересный путеводитель по Ливерпулю. И здесь есть факты, которых еще никто не знает. Он один знает о них. Он нашел их где-то. И представил нам, Битлз-фанам. Рекомендую!